Всем привет! На другой жизни. Вот и наступил весна 2022 года. Весна неоднозначная, ну какая есть. Мы открываем сезон. Сезон открываем в Подмосковье, далеко пока не поехали. Все, ничего у нас. 9 апреля. Вот такое поле, в лесах еще пока снега навалом. На днях вообще, в принципе, был сильный снегопад. Мы думали, что и на полях будет то же самое, но нет. Отошло немножко. Приехали в одно место. Андрюха, тебе привет. Ну, кто знает, тот поймет, чьи это места. Просто посмотреть, походить по полям, размять затекшие суставы за несколько месяцев зимы. Короче, всей бригадой вчетвером будем пробовать. Набрал с собой зачем-то две камеры, но я что-то в таких лужах не уверен, что буду сейчас снимать на две камеры. Ладно, как есть, так есть. Пойдемте погуляем, посмотрим, что будет. Ну что, друзья, сейчас была пломба, машины вот еле-еле отошли. Вот. Я так понимаю, первая монета в этом сезоне. Сейчас посмотрим, что. Всей толпой ломанули, отвыкли. Хо! А? Да ладно. А с охран? Как тебе сказать, зеленая вся. Ну понятно. Жирненькая. Кто нашел? Димыч, ну, поздоровайся с публикой. Здрасте. А, ну может это идет. Первая находка в этом сезоне. В Андрюхиной жиже? Ну да, надо тебе, кстати, было отлить. Пуговица прикольная. А ну-ка. От панталонов? А год? Значит, Сурин. Подожди, это вы где идете? Вот этим полосой, да? Может быть, она здесь и была. Значит, надо смещаться. Их было две. Там что-то Сурин. Да, в общем, да. Дореволюционная. Да я ни хрена не вижу. Сейчас. Толку-то. Ну давай сместимся. Ну короче. Вот так. Дим, ну блин. Ну для первого. Я думал, может вообще ничего не будет. Видишь, есть. Катерина. Ладно. Как говорится, с почином. Пуговица здесь, а монета там. То есть вот полоса вот так вот, ну как бы. Ага. Ну сейчас сместимся, посмотрим. А у меня сдох пин. Я его не проверил ни хрена. И сейчас уже вспомнил, что у меня в последний выход того сезона батарейка села, он уже вырубался. А дома сейчас включил, пик включается, ну работает. Она. Батарейка-то крона. Соответственно, кроны ни на борту нигде нет. Обычные-то пальцы есть, а кроны нет. Вот как. Да, да. Вот, видите, прогал. Возможно, дорога туда уходит. Возможно. Вот туда. Ладно, пробуем. Мы первый раз здесь, откуда я знаю, где чего было. Пойдемте дальше. Следующий. Сказал заведующий. Съеденное, конечно. Но орел видно. Это что-то типа полушки или деньги Анны. Ну тех времен. Вот такое вот. Ну это хорошо, да? Вот. Либо старая, либо проволока. И все вот где-то вот в этом районе вот этой полосы. Гильзач нашел еще убитый. Не, ну какая-то хрень-то она присутствует по-любому. Ладно, сейчас посмотрим еще. Поди здесь разберись, где здесь шастали в те времена. А узел где был дорог-то? Слушай, я не знаю. У Любки надо спрашивать. А, она навигатор в машине оставила. Ой.
чибисы кричат. И не только. Ну что, друзья, плывем. Следующая находка. Я, как и положено оператору, бегаю туда-сюда. Ой, блин, а глубоко. Ёпты, я извиняюсь. А тут все глубоко. Сейчас воды нацепляю. Сейчас доплыву я до тебя. Обратно в обход пойду. У Сашки сейчас деньга или полушка, что-то такое. Разогнутый, правда. Ну и ладно. Который безразмерный. Ага. С сердечком. О, мы такой находили. Подобный. Подобный. Ух ты. Вот такая находка. Это я люблю. Это вообще замечательно. Фокус. Вот тебе и проволочный сигнал. Сейчас. О. Вот такая штучка разогнутой. Ну, это под горячей водой надо будет греть и сформировать. Ребят, ну целый. Вообще замечательно. Первый день. Только открылись. Уже что-то находим. Это хорошо. Особо выжить не стоит. Так, поплыву обратно сейчас вот здесь по кочкам. Вот здесь вот поплыву. Блин, а глубоко я что-то так опрометчиво потопал. Слушай, на кочке надо купать. Я чуть не черпанул, а сапоги-то не очень высокие. Сейчас вообще хорошо в зимних, а я в резинках. Сверху? Сверху? Ну, здесь все находки, скорее всего, вот здесь, как всегда. Ладно, друзья, продолжаем наши весенние похождения. Сохран, к сожалению, не очень. Находка следующая. 2 копейки Александра. В простонародье капуста. Царица полей. Царица полей. Их очень много. Сохран убиенный. Слов совсем. Ладно, нам надо сейчас проверить, есть ли здесь чешуя. И что здесь есть. Только на серебро рассчитывать. Ну, как обычно, а что? Песка-то здесь нет, так видно. Хотя Катьку вот это надо будет Екатерину отмочить, посмотреть, может отойдет, а не бывает. Тут такое болото. Но в целом, конечно, офигенно хоть продышаться после зимы. Просто замечательно. Так, ходим по диагонали, поперек, туда-сюда. Ну, короче говоря, как обычно, на первом неизвестном поле. Вот. Ходим ровно 2 часа, а ноги уже заплетаются. Ну, у меня личность непривычки. Так, сигнал сейчас я вам покажу. Сейчас сам не доставал. Че это такое? Где она? Ё-моё, не вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Где? Где? Пальцем покажи, я не вижу. Давай. Ага. Че, доставай? Доставай. Тебе помыть деньги надо. О, лужа, наверное. Монет вообще или нет? Монет. Жирная какая-то. Пойдем мыться. Плюс. Жирная такая. Плюс, что лужа. Лужа, да, лучше. Сохран хреновый. Да, глина. Что ж так темно? Нашла дырочку. Ну, блин. О! Что хоть такое-то? Какая-нибудь катель, деньга. Ну, суть по толщине. По толщине это копейка. Чья? Скорее всего, Катина. Ну, Катина, да, толстая. Ну, Димки ж была уже сегодня. Нет, это Лизина. Лизавета? Похоже, что это Лизина. Вензель двойной. Ладно, сейчас покажу, отмоем. Ребята. А, это Лизина. Значит, сохран будет еще хлеще. Ну да, кто не знает, елизаветские монеты сохраняются хуже, чем екатерининские. Воровали? Воровали медь? Да, Елизавет. Медь воровали. Покажу. Такая, свет фиговый. Да, еще не видно. Ну, сохран убитый. Кокалин. Ну, чисто приятно походить, все равно кружочки пособирать, воздухом подышать. Чибисов послушать. Сейчас, если увижу, если они куда-нибудь прилетят, я вам покажу хохлатиков, они прикольные. А вот это хищник. Это хищник, да здесь много птиц-то всякой. Звенел хорошо, звенел замечательно. Я тоже хочу, чтобы так позвенело.
Вот. У меня какая идея-то, мысль появилась. Надо какие-нибудь вам истории рассказывать в видео интересные. Может быть, мифологию какую-то интересную. Я много сейчас читаю мифологии. До следующего ролика попробую. Чисто так, для интереса. Почему бы нет? Будете слушать интересные истории, что раскопаю? Посмотрим. Так, ну а пока... Движемся. Ну, как-то вот так. Следующий дуплет. Продолжаем открывать сезон. Сохран, печаль. Будем на количество работать. Не на качество, а на количество. Это была деньга, скорее всего. Да, деньга вон. Га. Это Анна и Анна, кто не знает. 30-40 год. 1730-1740. Вот. У Сашки что? Непонятно. 1753, по-моему. Это кто там? Ты прочитать смог? Ага. Тоже деньга. Ну да. Да, сохран слезы. Но... Ну ладно, что тебе. Это уже не Анна и Анна, это уже кто у нас там получается? Елизавета? Да, Елизавета. О, кого-то банька, наверное, топится. Или что-то там, типа того. Продолжаем локации. Ну, короче говоря, вот с этой стороны поля монеты есть. Ребят сейчас сходили туда. Там, говорит, ничего нет, да еще и грунт поет. Странно. Может быть, какой-то каменный грунт снизу под глиной. Глинистая почва. Понятно. Ладно, грузимся и идем дальше. Ну что, друзья, вот и закончился у нас короткий выход. Думали, часов до 3-4 проходим. Не, нифига. Ну, где-то 3,5 часа, все, ноги не идут. Ну, тяжело, еще лед сверху, вот этот грунт с травой. Ну и вода. Соответственно, в глине колупаться утомились. Ну, в принципе, место новое, интересное, перспективное нашли. Тут и лесов кругом интересных много тоже, да и вообще. Так что, я думаю, сюда не последний раз приехали. Что еще-то? Душу отвели, сезон открыли. Ничего, нормально открыли. Это нормально. Короче, сейчас покажу. Народ расслабляется. Ну, короче говоря. Давай. Сейчас. Вот что сегодня нарыли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть монет. Перстак. Куча пломб. Крутилка, пуговицы. Ну, как всегда, короче говоря, просто открыли. Ничего интересного, но в целом эмоции получили положительные. Вот, так что на этом сезон 2022 года объявляется открытым. Продолжаем искать новые места интересные, по старым лазить. Вы с нами, мы для вас постараемся что-нибудь интересное снимать. По поводу историй всяких разных, я подумаю, что вам интересного рассказать в следующих роликах. Прям такую рубрику можно сделать. Вот. На этом откланиваюсь. Всем спасибо, что гуляли с нами. Всем здоровья, мирного неба. Ну и пока.